Это Бенни Уркидес, который снова пытается справиться с Джеки Чаном. Журнал «Кунг-фу» называет это одним из лучших боев в истории мирового кино. Возьми себя в руки. Хладнокровие – это самое главное. Расслабься. Представь себе, что это простая тренировка. Ну что, еще, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это неплохо. Ну-ка. Ну-ка. Нужно было больше тренироваться. Хочешь еще получить, да? Тебе мало было того удара? Yeah.